Здравствуйте! Сенат США на этой неделе принял законопроект о временном финансировании и направил его президенту США Джо Байдену для утверждения до конца недели, что позволит предотвратить приостановку работы правительства. Законопроект предусматривает продление финансирования военного строительства, выплат ветеранам, транспорта, жилищного строительства, городского развития, сельского хозяйства, работы управления по контролю за продуктами питания и лекарствами, а также программ в области энергетики и водоснабжения до 19 января. Финансирование же всех остальных федеральных операций, включая оборонные, истечет 2 февраля. Президент США Джо Байден должен успеть подписать закон до полуночи пятницы, когда истекает срок текущего финансирования федеральных учреждений.